Через неделю открывается новый учебный год в нашем кампусе Каббалалям, Каббала народ. Люди поедут по всей стране, придут очень много учеников, которые желают изучать Каббалу. Вы вчера говорили, возлюби ближнего как себя, в этом вся Тора. Что мы в сущности делаем? Учимся любить, учимся чувствовать. Что мне дает учеба, изучение этого, если здесь все в чувствах? Я должен быть очень умным для того, чтобы исправить чувства. Бина называется авана, понимание. Хохма, мудрость раскрывается в бине. Свет раскрывается в хасадим, в мере исправления моего. Действовать в отдаче и объединяться с другими. Без этого я не приду к хохма, к мудрости. Я приду только к философствованию, когда пересчитывают страницы и знают, что где написано, и не более того. Мы должны обучить человечество правильным образом, как к самому себе относиться, к каждому человеку, и к реальности, и к окружению. И поэтому я с большой радостью воспринимаю эти курсы, эту учебу на наших курсах, и вижу в этом очень большую пользу, потому что человек тогда наверняка находится под нашим присмотром и не собьется с пути. Поэтому прийти на курсы, включиться в них, изучить этот материал, а главное – этот дух, этот подход. Это очень-очень важно. Поэтому нельзя себе представить, чтобы было правильное, хорошее продвижение, если человек не проходит через наши курсы. Должен пройти.